Всем привет! Сегодня я в таком необычном, скажем так, формате к вам, потому что я запускаю новую рубрику на канале. Пока еще название на данный момент я точно не придумала, но обязательно придумаю. Это будет либо бытовуха европейская, либо же бытовой ликбез. Как-то так. Потому что интересные такие вещи замечаешь, когда живешь в Европе, которые отличаются в бытовом плане, вот в ежедневной, ну, в каждодневной жизни просто отличаются от тех, которые у нас, например, в странах постсоветского пространства. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как в Чехии выглядят счетчики отопления и как снимаются показания. Если вам интересна такая рубрика или такого плана видео, потому что мы не только в Чехии бываем, но и в Австрии, в Германии, за границей, как это все устроено, такие интересные вещи, которые просто отличаются от того, как это у нас принято. Обязательно оставляйте ваши комментарии, будет ли вам интересны такие зарисовки бытовые. Ну а сейчас к теме видео. Когда мы заселились в эту квартиру, а здесь мы уже живем практически 2 года, здесь был сделан ремонт, и вот такая вот какая-то непонятная вещь на каждой батарее прикреплена. Меня удивило, что ремонт и вот такая вот старая, обычная, некрашенная советская батарея. Не знаю, что это за ход, если честно, такой дизайнерский. Но вот такая вот вещь нам объяснили, что это счетчик отопления. Вот такая вот небольшая коробочка. И на ней отображаются вот такие вот показания, которые постоянно мигают. В каждой квартире стоит вот такой вот приборчик. И раз в год приходит человек и обязательно снимает показания. Каким образом? Этот специально обученный человек имеет такой сканер, просто заходит в квартиру в ранее назначенное время. Вот в данный момент у нас будут в июне сниматься показания. В связи с карантином они перенесли. Где-то в апреле, наверное, каждого года приходит человек и с таким сканером сканирует вот этот штрих-код. Это буквально минута дела. И тем самым у них в систему вносятся показания, текущие показания на данный момент. И они делают переучет. Раз в год эта процедура происходит. Считывая таким образом показания, они видят, сколько потребили лично мы в нашей квартире, скажем так, газа на отопление. В каждой квартире показатель будет разный, но в среднем потом считается по дому. И платится в среднем. То есть, если сосед, например, всю зиму включал на четверку, а мы вообще на двойке были, то будем платить мы в среднем, как будто бы мы включали отопление на тройку. За потребление в среднем. Так, как происходит оплата отопления? Каждый месяц мы платим коммунальные платежи, в которые входят мусор, дератизация, отопление, канализация и все такое. Сюда же входит отопление, ежемесячная вот эта вот оплата. Сумма не маленькая, но в целом получается удобно. Мы каждый месяц платим. То есть одинаковую сумму, а не зимой больше, а летом меньше. И вот после того, как они снимают эти показания, они делают перерасчет. И то, что мы переплатили, они возвращают наличными, либо на счет, на карту. За прошлый год мы переплатили 10 тысяч после того, как 10 тысяч чешских крон, после того, как они сделали перерасчет. Вот в этом году нам вернут. И опять начинаем платить по кругу, стабильный платеж каждый месяц, круглый год. Вот такая вот система отопительная в Чехии. Если вам интересны такого рода видео, пишите в комментариях, я буду знать, о чем вам интересно снять. В общем, буду ждать обратной связи от вас. На сегодня все. До следующих видео. Всем пока.